И, конечно, мои горячие поздравления Михаилу Ефремову, чей, не побоюсь этого слова, фильм, хотя и короткометражный, чей ролик победил внутри, как бы сказать, не внутри ГУЛАГовском, а как бы это сформулировать, внутри тюремном, внутри зоновском соревновании среди заключенных кинематографистов самодеятельных. То, что Ефремов умудряется продолжать создавать театральный коллектив, репетировать, читать там стихи, то, что он умудряется продолжать заниматься своим делом, то, что из руин, в которые превратили его жизнь, он умудряется как-то подняться, это абсолютный феникс, конечно. Это лишний раз доказывает неистребимость его творческого дара, и из любого тупика он, я уверен, выйдет, проломив его. И я лишний раз свидетельствую ему свою глубочайшую любовь.